7 января православные христиане отметили один из главных праздников – Рождество Христово. Во всех храмах Славянского района в этот день прошли торжественные богослужения, а в городском Доме культуры накануне Рождества состоялся большой праздничный концерт. Со сцены городского Дома культуры для славянцев в этот день звучали новогодние и рождественские песни. Исполняли их лучшие артисты района. Для них Рождество – праздник, наполненный особой теплотой и душевностью. А потому выступать перед зрителями было легко и радостно. Рождество для нас особенный праздник, потому что он наполнен таинственностью. Собирается вся родня, которые, возможно, не успели собраться за время Нового года. И вот сегодня мы тоже думаем, что наш концерт некоторых сплотит и соберет в этом зале, потому что все мы, по большому счету, в районе большая семья. Собраться в одном месте в такой день – это очень значительно, значимо. Насладиться творческими номерами, насладиться душой, которую мы вкладываем в эти номера. И нам будет очень приятно передать нашу энергетику людям, чтобы они тоже встретили этот праздник на хорошей, позитивной, светлой нотке. В зрительном зале в этот день практически не было свободных мест. Посмотреть концерт, зарядиться от славянских артистов праздничным настроением могли все желающие. Кроме вокальных номеров, были представлены и танцевальные. Их подготовили юные воспитанники центров дополнительного образования. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».